Пришло лучшее время для прививки от гриппа, напоминают в Запорожской санэпидемстанции. Уже 400 жителей области позаботились о своем иммунитете. Остальных эпидемиологи агитируют не медлить и прививаться до начала эпидемии. Аргументы в пользу вакцинирования сегодня слышал и наш корреспондент. Прививка – лучший способ уберечь себя от серьезных последствий заболевания гриппом, не устают повторять санэпидемиологи. В этом году на территории Украины разрешено применение 6 вакцин от гриппа. Все они импортные, от лучших производителей и мало отличаются по качеству, говорит главный санврач области Анатолий Севальнев. Основные наши поставщики проходят сейчас регистрацию в нашем эпидотделе, в областной санэпидстанции. Регистрация чисто документальная, то есть они приносят сюда свои уставные документы и документы, которые свидетельствуют о том, что вакцина разрешена для применения в Украине и прошла соответствующий контроль в Украинском комитете по контролю иммунобиологических препаратов. Купить вакцину от гриппа можно и в аптеке. Только в этом случае нужно быть очень внимательным к условиям хранения препарата, предупреждают специалисты. Если не соблюдать температурный режим, эффекта от прививки не будет. Почему? Потому что иммунобиологические препараты требуют особых условий хранения, перевозки, транспортирования. Все это должно быть в очень узком температурном коридоре от 0 до 8 градусов. То есть она не может быть заморожена, вакцина, она теряет свои свойства, и она не может быть перегрета, она также теряет свои свойства. Чтобы не создавать себе проблем, лучше довериться профессионалам, говорит Анатолий Севальнев. В Запорожье в этом году будут работать 5 прививочных пунктов. Сам же главный санврач области намерен уколоться публично в целях пропаганды вакцинации. Традиционно вас приглашаю, кто хочет посмотреть стриптиз в исполнении, частный такой стриптиз в исполнении главного государственного санитарного врача Запорожской области, пожалуйста. Мы будем здесь прививать сотрудников областной санэпидстанции. По прогнозам санэпидинстанции, в этом году привиться от гриппа должны до 60 тысяч запорожцев. Однако во многом это будет зависеть от желания людей потратить деньги на прививку. Стоимость вакцин, разрешенных для продажи в Украине, будет примерно от 50 до 100 гривен, в зависимости от производителя.